Всем привет, начинаем обзор коллекции карточек Panini FIFA 365. Самая новая, последняя коллекция. Так выглядят пакетики. Посмотрим содержимое. По-моему, отличный дизайн. Не перегруженный цифрами, как часто бывает у карточек Адреналин. Так выглядят стандартные базовые карты. Ну а вот первая карта, логотип клуба. Шикарное оформление. Это Наполи. На фоне трибун логотип клуба в золотом обрамлении. Отлично смотрится карточка. Это обратная сторона карт. Далее Серхио Агуэро, Манчестер Сити. Его одноклубник Де Брюйне. Ну а в завершении игрок Леона. Вскроем еще один пакетик. Бонуччи из Ювентуса. Игрок Шальке. И золотая карта, еще одна. Это Марсело, Реал. Отлично смотрится под серийные карты. Это карта из пансерии Fans Favorite. Ливерпуль, Робертсон. Варан из Реала. И игрок Мюнхенской Баварии. Ну что ж, грех останавливаться, отличные карты. Давайте посмотрим, что в следующем пакете. Может быть, еще интересные подсерийки какие-то попадутся. Наполи. Это Атлетика. Карим Бензема, Реал. Ну а дальше вот такая вот карта. Подсерия Impact Signing. Это Промес. Квинси Промес. Известный по выступлению за московский «Спартак», за сборную Голландии. В этой коллекции «Аякс» представляет этот парень. Отличная карта. И еще одна шикарная карта, посмотрите, переливающаяся. «Кейплеер». Это Сауль из «Атлетико Мадрид». Ну и завершает Иван Ракитич, Барселона. Визуальные на ощупь отличные карты, очень качественные. Классные фотографии, отличные игроки. Вот Бонуччи, кстати, был уже первая повторная. Артур Видаль, Барселона. Ну и еще хорошо знакомый нам игрок Вильян из Челси. Подсерийная карта из подсерии Fans Favorite. Еще одна достаточно редкая карта. Вильям Карвальо в форме сборной Португалии. Пищик Боруссия Дортмунд и Мануэль Нойер. Голкипер сборной Германии и Баварии Мюнхен. Планировал вскрыть 6 пакетиков, думаю, что менять план мы не будем. Интересно посмотреть, какие еще игроки, какие еще подсерии в этой коллекции представлены. Игрок Интера. Лукас Лима из Палмейраса. Южноамериканские клубы также представлены в этой коллекции. Игрок Манчестер Сити. Ну и Давид Алаба из Баварии Мюнхен. Золотая карта. Fans Favorite. Ну и отличная карта. Очень классно смотрится именно вот эта подсерия. Такая синяя, голубая, переливающаяся. Кейплеер. Это Жоржиньо из Челси. Ну и в завершении этот же игрок. Вот так вот две карты подряд. Обычная базовая и подсерийная. Ну и последний пакетик. Надеюсь, в нем отпадется что-то интересное.
Эдерсон, голкипер Сити. Еще один игрок Ювентуса. И карта Винисиуса из мадридского Реала. Вундеркинд. Вундеркин можно перевести. Молодой, подающий надежды игрок. Далее Тони Кросс, игрок также мадридского Реала, который уже все, наверное, надежды оправдал, какие на него возлагались. Энтони Марсиаль, Манчестер Юнайтед. Ну и в завершении игрок Наполи Алан. Ну что ж, отличные карты. Надеюсь, всем понравились. Также к этой коллекции имеется вот такой вот шикарный биндер. Биндер – это альбом для карточек. Здесь на обложке у нас и Азар, и Левандовский, и Роналдо. В общем, звезды мирового футбола. Внутри он содержит подробную информацию о том, какие карты присутствуют в коллекции. Ну и листы для карт. Очень много вопросов по поводу того, как хранить эти карточки. Сейчас для примера покажем. Вот такие листы. Каждый лист содержит 9 кармашков прозрачных. Вот таким образом в них помещаются карты. Сейчас заполним одну страницу. И вы посмотрите, как это выглядит в заполненном варианте. Также в таких альбомах можно хранить, в принципе, любые карты, не обязательно по этой коллекции. Ну вот, посмотрите, как это выглядит. Вот так шикарно, красиво можно хранить свои карточки. Поверьте, это выглядит даже более эффектно, чем наклейки в альбоме. Заполняйте альбомы, приобретайте их у нас на сайте, обращайтесь в наши группы в соцсетях, пишите в комментариях, какие еще обзоры вы хотели бы видеть. Всего хорошего!